В Турцию. Вот мой вес. Все ясно. 71,7. Так, путешествие началось. Мы приехали в аэропорт. Поставили машину на стоянку. Кстати, стоит 80 евро прямо в аэропорту. Все классно на неделю. Все четко. Сейчас идем на лифт и спускаемся вниз. Сейчас мы на 4 этаже, так что все четко. Вот так вот откатишь нормально, не нужно никаких там тележек, ничего. Все классно. О, самолеты уже летают. Все нормалек. Подошли к терминалу, вообще прошли минут 5 всего лишь по ровненькой дорожке. Все, мы здесь. Так, все квесты пройдены, мы прошли все контроли. В этот раз было очень быстро организовано, классно все. И сейчас мы полазим в duty free чисто так поглазеть, потому что покупать ничего не надо. Ну и пойдем дальше к самолету, наверное, уже. Ну вот тут интересные вискари, я бы вот этот бы взял, недорогой, 39, вот 44. Я бы взял бы, в принципе, да. Вот 27 вообще, блин. Вот тут у них промо на Чивас. Ну, а это, не. Литр C35, не. Можно в супермаркете взять дешевле. Ну, так все любопытно. Вот эти бы я бы взял, да. Точно. Когда это видно, да, чтобы вовремя садились на самолет в Турцию, да вообще... Что-то невообразимое сегодня. Все по расписанию. Даже подозрительно очень. Ветерок приятный, но и тепленький ветерок. Нормалек. Вот такой вот я красивый. После хамама, после маски всякой, после массажа. Нормально. Так, подходит к концу первый день нашего пребывания в Турции в этом году. Первый день прошел, как всегда, очень насыщенно. Сначала мне показалось не очень, потом очень даже понравилось. В общем, что мы за этот день сделали? Самолет прилетел вообще минута в минуту. 40 минут ждали багаж. Тоже, я считаю, не запредельно долго, как бы все в пределах. Минут 40 ехали до отеля, тоже все в пределах. Ну, приехали, естественно, уставшие, потому что не спали совершенно. В самолете не поспишь. А тут открывается все сразу же и, конечно, не до сна. Сходили в хамам, заказали по 3, потом, начиная с завтрашнего дня, массажа, и это хорошо. Сейчас дико уставшие, ждем ужина, поужинать, немного прогуляться и спать, отсыпаться. Отель мне, даже я скажу, вот сейчас с каждым часом все больше и больше нравится. Тут вискарь очень и очень классный. Он тот, который продается даже в duty free. Red Label мне сразу же налили. Я не ожидал, я думал, это подстава какая-то. Нет, действительно, Red Label. И другие вискари с нормальными названиями. В общем, я доволен пока этим. Жрачка тоже в пределах нормального. Все, не вижу никаких минусов. Пляж. Об этом я расскажу чуть позже и подробнее намного, но мне нравится. Вот тут мы остановились, тут каменный пляж, заход, и там камни не очень удобно. А вон там два пляжа, и там они принадлежат нашему отелю, и там песочный песок, заходишь, песочный такой вход, и далеко нужно идти, ну вообще для детей вообще идеально. И для меня тоже. Вот мы расположились здесь, потому что здесь были места свободные. А ходим
в море окунаться вон туда. Ну, буквально 30 метров и все. Нормально. Ну, день насыщен. Завтра продолжится.